Занимайте все свои почетные места. У нас уже все готово для торжественного открытия этого прекрасного торжества. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are about to begin beautiful wedding fiesta of our lovely couple. Итак, мы начинаем! Итак, уважаемые дамы и господа, есть ли аплодисменты? У нас уже все готово для торжественного открытия. Мы начинаем! Good evening, ladies and gentlemen. My name is Lane, and I'm your host for today's spectacular and unforgettable event, the one that will be remembered for many years to come. So sit back, relax and enjoy, and allow me to welcome you to this beautiful and magnificent house of love. Welcome all of you to the beautiful occasion in Yunaev and Iskandara family. Today I invite you to celebrate a wedding reception of our beautiful and lovely couple, Ruben and Atalia. Добрый вечер! Добрый вечер, дамы и господа. Приглашаю вас в дворец любви прекрасной, где изысканная кухня, как всегда, обстановка и сервис первоклассный. Здесь музыка прекрасно играет и в танец легкий всех нас завлекает. Оркестр искусно песни подберет и будет веселиться весь народ. Ведь повод для веселья есть и радости у нас не счесть. В семье Юнаевых и Искандаровых торжество. Их дети женятся, и мы их ждем давно. Во дворце Леонардо мы все собрались, молодую пару давно уж заждались. Очарованы мы парой до небес, это правда, и совсем не лесть. Начинать нам вечер уж пора, веселиться будем до утра. Но перед тем, как праздник нам начать, нужно нам с почетных мест все встать. Уважаемые дамы и господа, я попрошу вас подняться с ваших почетных мест. Ladies and gentlemen, please rise. The time has come to invite one more time proud parents of the bride and the groom, our newlyweds. Счастье. Счастье, когда дочь замуж выходит. Счастье то, когда женится сын. И пускай из-под ног жизнь уходит. Сегодня для грусти нету причин. Дети словно цветы вырастают. Годы мчатся, и их не удержать. И родители свято мечтают на свадьбе у детей погулять. Итак, наступил этот момент, когда я хочу пригласить гордых родителей, которые так долго ждали счастья своих детей. Счастье, когда они сольются воедино. Счастье, когда они образуют свою семью. Итак, под самые бурные аплодисменты мне бы хотелось пригласить родителей жениха Марик и Хана Юнаевы! Я не слышу ваших криков! Thank you.
Ну и, конечно же, уважаемые дамы и господа, мне бы хотелось с такой же гордостью и радостью пригласить родителей нашей очаровательной невесты. Ladies and gentlemen, the time has come to invite beautiful and proud parents of our beautiful bride. Итак, самые бурные аплодисменты. Алекс и Татьяна Искандаровы! Аплодируем, уважаемые дамы и господа, родители жениха и родители невесты. Алекс, у вас очень хорошо получается, также и у вас. Давайте поаплодируем еще раз, уважаемые гости. Это был их первый восточный выход на этой прекрасной сцене. Итак, наступил.